Добрый-добрый день, мои господа, у кого-то вечерок, а у кого-то вообще ночевка. С вами дорогой друг Серебро, и сегодня с вами мы вновь будем комментировать Юг, но также с моим специальным гостем, давним другом и еще лучшим другом, это Финёк. Ну привет, пупсики, я как всегда, Дедхуй, всегда готов. Ну что ж, все остальные разговоры потом после видоса, сегодня я рекомендую просто заварить себе чайку и наслаждаться гребаным просмотром. Ну что ж, приятного зрелища вам и за наблюдениями нашими нервами. Всем привет, с вами Сладкий Голубок, и сегодня я вам расскажу свою биографию и самое, наверное, главное, кто мой муж. Excuse me, what? В смысле Сладкий Голубок? Так, ладно, гейские шутки, ЛГБТ мы не презираем. Вот, я сейчас вам буду рассказывать про себя, вот, меня... Боги Аллахи выбрали, когда мне было почти 10 лет. И поэтому через 7 лет я буду президентом России. Теперь на чем, блять, будет Россия держаться, сука? На гейских шутках, блять, или на гейских равнинах? Так что слушайтесь меня, любите меня, уважайте, подписывайтесь на мой канал, вот это вот обязательно. И если вы не подпишетесь, то я вас убью. Положи нож на место, аккуратно и осторожно и медленно. Вот, и теперь давайте перейдем к самому главному. Точнее, давайте еще я вам расскажу из своей биографии. Мне 1000 лет. Мои родители... кто мои родители? Мои родители Селестия и Луна. Простите меня, пожалуйста, я понимаю, что это все рофл, но пиздец, такие истории выдумываете. Вот так. Ну, давайте теперь уже, наверное, перейдем к самому главному. Кто мой муж? Мой муж Санс. Are you sure about that? Если кто-нибудь из вас тронет Санса, знайте, я вас убью! Алло, полиция! Мне угрожают! И Санс тоже, да, Санс? Конечно, конечно, конечно! Всем привет, недоноски. Я... Come on over here. Come on over here. Now you flip me off. Come on, coward. No. Come on. You're not an intellectual. You're a fake and a fraud. Я ваша новая королева. Нет. Меня зовут Елизавета. Я родилась далеко-далеко на Мьюни. Стрельбуется все узнать, пошла не туда. Также я хочу кое-что сказать. Санс меня любит. Да, Санс? Да, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, Санс. Самое главное, теперь я ваша королева. Я рисую лучше всех и анимирую. Также я жду ваших лайков. А если вы не поставите лайк, то я найду вас, и Санс мой вас убьет. Всем пока, недоноски. Всем привет! И тебе привет. Меня зовут Диманя Жеврингеш. Логично. Я очень красивая. Лживая правда какая, да, ложь. Я люблю пельмени. На них можно летать.
Нихуя себе! Всем привет! Меня зовут Секси Бэйби. Чего, блядь? И я хочу вам рассказать про свою жизнь. Я очень люблю Санс и Билла. Они мои мужья. Да, они живут вдвоем, если вы не поняли. У меня самые лучшие видосы, офигенные видео. И вы должны подписываться, обязаны. На мой канал и ставить лайки. Я сейчас вам, кстати, докажу, что Билл и Санс мои мужики. Так, сейчас мы их позовем. Идите сюда, мои сладости. Вот Билл, он мой любимчик. Он очень милый и хороший. А это Санс, он меня защищает, убивает хейтеров. И он очень классный. И я сейчас вам хочу предоставить доказательства, что они реально мои мужья, если вы не поверили. Хорошо? Вот, вот так. What the hell are you?